Вы смотрите новости онлайн. Выбор нового ведущего «Пусть говорят» оказался непростым и весьма неожиданным для зрителей. Первый канал славится тем, что умеет до последнего момента хранить интригу, а потом взять и удивить всех. Так было, например, когда в шоу «Голос» менялись наставники. Все судили, рядили, делали предположения, но в итоге не угадали. Так было и с Евровидением, когда канал назвал Юлию Самойлову в качестве претендента от России. Не то что в последний день, в последние часы, отведенные регламентом. Так очевидно будет и в случае с назначением нового ведущего в программу «Пусть говорят». Сегодня на роль модератора самой рейтинговой программы Первого канала пресса рассматривает несколько кандидатур. Среди них ведущий вечерних новостей и программы «Время» Дмитрий Борисов. Второй претендент – ведущий программы «Новое утро» Красноярского телеканала ТБК. Александр Смол, ставший известным на всю страну тем, что в прямом эфире отпраздновал новость о повышении зарплат местных депутатов в два раза. На самом Первом канале от любых комментариев отказываются. Но Дни.ру у своих источников узнали, что ведущих у «Пусть говорят» в новом сезоне может стать двое. Как говорят, эту роль некоторые имеющие в останке на вес люди предлагают актера Алексею Панину и Никиту Джигурду. Тем более, что сами актеры считают себя ментальными братьями. Яркие, эпатажные, дерзкие, смелые, харизматичные Панин и Джигурда могут стать свежей кровью для передачи, которая под разными названиями «Большая стирка», «Пять вечеров» и «Пусть говорят» выходит в эфир с 2001 года и все реже показывает взрывные рейтинги. Панин и Джигурда – одни из самых обсуждаемых персон. С появлением их в студии в качестве гостей зрительский интерес всегда взлетал до небес. А если они будут ведущими и выступят в дуэте? А как вы считаете? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!